Всем привет, ребята! Сегодня мы в гостях у кошечки Милы. Привет, Милочка! Какая грустная кошечка наша, Милочка! Ребята, и это, наверное, потому, что мы давно не заходили к ней в гости, да, Милочка? И мы за тобой соскучились, и ты за нами, я знаю. И сегодня, ребята, давайте для кошечки Милы устроим челлендж. Она обожает челленджи, и сегодня ей надо будет провести целый день в образе Софии Прекрасной. И эту принцессу очень любит Милочка, да, Мила? Поэтому сегодня будет для тебя очень классный денечек. Принцессы должны быть чистенькие, чистюльки принцессы. И любимый цвет наряда у Софии Прекрасной фиолетовый. И вот, кстати, фиолетовые наряды будет примерять сегодня Милочка. А вначале мы скушаем тортик. Итак, Мила, приготовься, обалденный тортик фиолетового цвета, который с удовольствием бы съела София Прекрасная. Вот так, огромный тортик, которым наелась кошечка Мила. Почистим зубки и будем наряжаться в принцессу Софию Прекрасную. И это будет сегодня не только один наряд, а даже несколько для разных случаев, да? Почти готово, настроение не очень. Но мы все исправим, да? Пойдем в гардероб. Или давай-ка лучше вначале сделаем тебе такую королевскую террасу, на которой бы с удовольствием классно смотрелась принцесса София. Конечно же, это будет королевская терраса, вот такой королевский дворец. Давай сделаем еще королевскую, вот такой королевский столик для твоих наклеечек. И давай-ка фиолетовенький ковер. И пол есть тоже фиолетовый. Вот так классно получилось. Ну и вот уже классное настроение у кошечки Милы. И теперь очередь идти в гардероб. И сейчас у нас будет очаровательная принцесса София из нашей Милочки. Итак, для фотосессии, которая сейчас будет у Милы, мы используем вначале, давайте-ка уберем вот это платье и выберем ей туфельки хрустальной принцессы. Вот такие классные туфельки и платье вечернее. Сейчас ты будешь, Мила, настоящей принцессой в вечернем платье. Вот, кстати, фиолетовое вечернее платье, обалденное. Белую шубку выберем. Вот так. И теперь цвет глазок. Сделаем тебе голубенькие глазки. Голубые глаза у нашей кошечки Милы. Она очень любит этот цвет глаз. И также сделаем коричневые волосы. Ровные, длинные. Волосы коричневого цвета. Вот такая принцесса из Милочки получилась. Классно, ребятки? Единственное, что я думаю, нам надо вернуться в гардероб и сделать макияжик. Небольшой макияж для красавицы-принцессы. Итак, ребятки, мне кажется, надо ей сделать небольшие такие светленькие, светлые румяна. Также тени. Еле-еле заметные. Давайте черные реснички накрасим нашей кошечке Миле. И пойдем вместе на фотосессию. Итак, розовые губки. И наша Мила в образе Софии Прекрасной готова. Красавица-кошечка, которая сейчас подарит нам классные фотографии. Итак, я хотела сделать первую фотографию на королевском фоне. Вот, на фоне королевского дворца фотография. И используем какой-то классный, давайте, вот такой вот веселенький фильтр с единорожками и звездочками. И вот такая отличная поза получилась. Классно получилось, да, ребятки? Отличная фоточка от Милочки. Ну, а теперь будем переодеваться. Вечернее платье мы сменим на какой-то другой образ. Итак, образ, если бы, вот, например, нашей принцессе Софии надо было пойти куда-то не только на вечеринку, но вот кому-то в гости, тоже на какой-то праздник. И сейчас у нас есть классное платье для этого, причудливый наряд, в котором есть отличная юбочка фиолетового цвета. Вот такой причудливый наряд. Вверх мы сделаем, давайте-ка, розовый.
Или вот такой вот светло-сиреневый. И вот такая кошечка теперь у нас. Ну что же, здорово получается. Да, было длинное платье, теперь короткое. Вот такие наряды у нашей Милочки сегодня. И делаем фотографию. Фотографию на фоне. Мы сейчас выберем классный вот такой фон. Мне он очень нравится. Ребята, я думаю, вам тоже. И также используем эти наклеечки. И вот такая очаровашка, наша Милочка. Здорово! Спасибо, Мила, за твой классный образ. Ну а также, если бы нашей Милочке пришлось пойти на каток или покататься на лошадях, то она бы одела вот такой наряд, который я сейчас вам покажу. Это будет, конечно же, самый простой наряд, в котором будет удобно кошечке. Это у нас вот такой свободный, легкий наряд, в котором можно классно прогуляться. И, конечно же, у нас есть вот такой фиолетовый свитерочек. Ну что? И все равно мы будем в таких туфлях, мы же принцессы, да? Итак, вот наша кошечка Мила. Идем снова фотографироваться. Классный сегодня денечек у Милочки получился. Она обожает фоточки делать. Так, зайдем, выберем фон. Кстати, вот этот самый классный кавайный фон тоже. И фильтр сердечками для наших любимых зрителей. Вот такая прикольная фотография от нашей Милочки напоследок. Для вас, ребятки. Так, что мы получили здесь в конвертике? У нас наклеечки, это дубликатики. Ну и все. Милочка, мы сегодня здорово с тобой провели время. Я думаю, ребятам тоже очень-очень понравится. И они не забудут поставить для тебя лайк. Ведь наша кошечка очень-очень любит лайки. А вам, ребята, в свою очередь, от Милочки огромный-огромный пушистый-пушистый приветик и поцелуйчик. Ну что, пока-пока!